Всем доброе утро, друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. На улице у нас уже почти наступает лето, где-то 25 градусов уже на улице. Вот, я думал, нет у меня шорт для катания на велосипеде, да и вообще для ходьбы. Вот, и решил зайти в магазин Нью-Йоркер, приобрести себе шорты. Давайте покажу вам, как они выглядят. Стоят они 1800 рублей. Чем мне понравились? Во-первых, материал довольно-таки прочный. Тянется немножко, чуть-чуть состав. Немножко такой тянется. Вот так вот они выглядят, черного цвета. Сейчас скажу вам точный состав. Размеры я взял L-ку. Вот они. Так, по составу. А, кстати, ребят, произведено в Бангладеш. Бангладеш делают очень хороший текстиль. Это 100%. Угу. Вот такие вот шорты. Размер L-ку я взял. Состав на внутреннем ярлыке. На внутреннем ярлыке. То есть на этом, да, не подразумевает. Состав 95% полиамид. Но чем это хорошо? Во-первых, они быстро будут сохнуть, так как шорты берутся для велосипеда. Если какой-то дождь или еще что-то, они очень быстро высохнут. А плюс данных шортов, что мне понравилось, они довольно-таки широкие. То есть штанина у них широкая. Это плюс. Серия Black Squad. Ну, это у них есть еще Black Squad серия, есть еще Fishbone, там вот разные такие вот варианты. Вот я взял вот эти шорты Black Squad. Такая вот у них маркировка тут. Authorized, что-то, Neighborhood, Collection, Raises the Project Establishment. Вот. Плюс то, что имеется липучка, что там можно что-нибудь прикрепить, прилепить, но это если нужно. Опять же, шорты такие а-ля как бы тактические. Вот, то есть, ну, выглядят внешне довольно-таки стильно, симпатично. По поводу верха. Верх у нас тут резинка. Вот она. Можно затянуть их. Сзади используются два кармана. С левой и с правой стороны. Карманы обычные, не на защелках. И не на велкро. И два разгрузочных кармана, соответственно, у нас идут с левой и с правой стороны. Они не закрываются, то есть просто вот так вот как бы сделано. Слева и справа по два кармана средней длины, где-то вот посюда примерно. В принципе, неплохие шорты, сейчас я их померю, посмотрим, как они будут смотреться на мне, покажу вам. Вот так вот они выглядят, вид сзади, вид сбоку. Вид спереди. Вроде неплохие шорты. Мне понравились. Если вам понравились, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Ссылочку на покупку данных шорт постараюсь приложить в описании к видео. А на этом с вами прощаюсь. Желаю вам счастья, добра и здоровья. Увидимся в следующих видео, друзья. Всем пока.